течение нашего выпуска мы еще вернемся к выставке «Картофель-2013». А теперь к другим темам. Сегодня культурная элита республики собралась в Чувашском государственном академическом театре. Там прошло заседание коллегии ведомства, на котором обсудили проект концепции развития отрасли культуры до 2020 года. Республика обладает солидным культурным и творческим потенциалом. Сегодня это почти 500 библиотек, 16 музеев, 6 профессиональных театров и 4 учебных заведения. Работники культуры ставят перед собой большие цели. Это эстетическое воспитание, пропаганда основ информационной культуры, формирование интереса к чтению, организация досуга. Дополнительное образование детей рассматривается как составляющая единого образовательного процесса в рамках общего среднего образования. Школа искусств охватывает 14% детей республики. Сегодня, по статистике, в среднем каждый 7-й ребенок республики обучается в детских школах искусств. Так как отрасль культуры, она всегда, наверное, и в старые времена, и в нынешние времена финансируется не на том уровне, на котором хотелось бы, но культура не только выживает, но и развивается. Министерство выступило организатором и участником более 15 крупных культурных акций различного уровня. Помимо традиционных мероприятий, проводимых регулярно при организационном и финансовом содействии министерства, определенными знаковыми явлениями стали мероприятия, посвященные году российской истории, Дни культуры Чувашской республики в республике Башкортостан, Международный фестиваль молодежной фотографии с конкурсом «Молодые фотографы России-2012». Впервые за последние полвека полностью обновили свето- и звукотехническое оборудование Чувашского драмтеатра. В этом году начаты работы по модернизации Русского драмтеатра. Ведется реконструкция Чувашского государственного театра кукол. В целом на реконструкцию 11 учреждений уже выделено порядка 40 миллионов рублей. Но к 2018 году инфраструктура столицы должна значительно измениться. А сейчас необходимо направить ресурсы на подготовку празднования юбилейных дат. 550-летию основания города Чебоксары и столетию создания Чувашской автономной области, отметили на заседании.